Ну чё, блин, не знаю, вот
опасно. Охренеть. Это гитара говно. Хоббик хороший. Да. Просто игра гражданская. Yeah.
ты видишь, сколько тут как пиздец тут происходит? У тебя во всех комиках понят, чувак. В натуре, давайте попробуем Расула воткнуть, это же, блин, дело 2 секунды. Поменять? Попробуем, да, свапнуть вас на 2 секунды. Посмотреть, что изменится. Есть свапнуть? Ты не играл в доту? Нет, я не играл в доту, это обычно английское слово. Я понимаю. Ну? Включай, включай вот эту колонку. Так, а если без гитары, он тоже так? Да дайте настроить, блядь. Зачем настраивать? Стой, подожди. Да вы овердрайв включили, вы понимаете, что вы сделали, блядь? Включи. Да, блядь, включи. Как канал поменять? А, смотри, он без гитары вообще не фонит ни разу. Да дело в том, что мы играем в овердрайв канал вместе с гейном. Все, включай, он на обычном теперь. Пиздец. Все равно фоны. Конечно, будет фон. А, слушай, блин. Пусть Расул в это играет, у него нормальный перегруз. Ну да. У тебя сейчас... Давай, Анатолий, так и сделаем, господи, чё. Где звук-то, ебать? Где звук-то, говорит? Пиздец, конечно. Хрена, у меня там реверб. Ебал я тебя в рот, блядь, где ты звук даёшь? Слышь, чувак. Вон там гейн не это... А, тебе тогда надо будет этот фуд-свич, короче, ебануть обратно. Да. В смысле? Давай. Блядь, выключи всё, нахуй мне звук нужен, чуваки, звука нет. Чё, звук вон там, самый первый тебе. А, вот. Ну что сейчас было? Это кто-то дристанул из-за такого ощущения. Боже, что это было. Не фонит. Но хотя бы. Играть у него перегруз этот от комбика. У меня перегруз перегруза? Нет у него. Он не взял с собой сюда. Нет, ничего не будет.
что-то хочешь сказать? Да, потому что я здесь спиной сижу, я вот руку повернулся, у меня я сразу слышу, а так я сижу. Вон будет идти. Тебя потише просит. Чутка. Чуть-чуть погромче. Чуть-чуть погромче.
Серега, все слышал, всех слышал, да? Да. Заебись, Расул. Только, пожалуй, Расул поменьше высоких, мне кажется. Да, у него эти верхи выносят мозг. Тихо. А у него высокие нормально стоят. Звучит очень. Нет, ну не настолько. Вот так вот, да? Все, ставь обратно верхи, сейчас я знаю, в чем дело. Дело в частоту просто. Так еще хуже. Да. Я знаю. Не в ту сторону. Ну, кстати, лучше стало. Где-то был этот самый, как его? А, это не то. А, Б. Так, все, играем тебе. Давай тебе разберешь. Блядь, гитара меняет. Это быстро. Расул. Первая песня. Так, начали так, да. Попробовать так. Чё ты? Обалдеть. Вот это звук. Блять, бульдозер ёбаный. Ну в натуре. Как будто кого-то душат, я не знаю. Хотя нет. Слушай, как будто, блять, под окнами чуйки работают, блять. Вот это да, это больше подходит. Спасибо. Космонавты у нас. Нигай на этой шуме. Джойте Нести Саунд. Джойте Нести Саунд. Ну вы не слышите?
обычный удэск на Yeah.
Нет, я знаю, куда еще 32, но я не знаю, какой там последовательность все это. Просто мы договорились, первые 32 такта сегодня играть. Ну я вообще не смотрел ничего, я не скажи, знаю. Игорь. Я не знаю, где они заканчивают. Мы играли там до 60-го, блин, не знаю, куда мы там зашли. Да! Я на все сейчас. Да. Я на самом деле просто хотел сыграть припев. Мне даже денег, Игорь. Вот тут я подумал. Давайте еще раз. Вот тут думать надо было быстро. До 32-го такта, ребят. Это перед хором. Можно, в принципе, сыграть. Да мне, в принципе, вообще похеру, да, докуда играть. Это перед вот этой частью. Я знаю, где. Кстати, Расул, когда ты играешь один, то... Вообще там, по-моему, Димон играл. Вот эта вот фигня, когда... Помнишь, где я чистым поставил? Да. Вот. Это ж ты играл? Чистым? Да. Ну, по идее, должен был я. Мне кажется, кстати, в этом месте лучше один гитарист. Это где? Ну, там один гитарист играет. По идее. Да. А сейчас мы вдвоем играем. А почему? Не знаю. Где... А что мы должны играть? Погодите, вы о чем? Да. Вот где только-только начинается... Когда бас еще не вступает. Когда еще бас не вступает, где в самом начале... Я не знаю, почему у меня нет звука. Что там произошло? Видимо, я, может быть, чего-то... А, ты вырубил? Бумажка как раз перед этой частью, где она только-только начинается. На чистом играется. Там, первый квадрат играется одной гитарой, а дальше вступает вторая вместе. Да, дальше вообще... Сыграй, я не понял, о чем ты. На чистом это играет? Да. Во-первых, он один играет, во-вторых, на чистом. Лучше просто на перегрузке. А почему этого нет? Почему этого нет в Guitar Pro в таблатуре? Да, кстати, там обе гитары. Там вообще один инструмент. Я вообще помню это. Я не знаю, в моей версии там. Блядь, заебись. Вообще это думал, да, что надо. Я вообще не знаю, Я мог просто не убрать, забыл. Что значит не убрать? Там вообще никогда и не было бы гитар, по-моему. Ты чё? Блять, ты, короче, в своем мире. Там знаешь чего? Никита в своем мире. Я потом просто басом. Потому что там бас не делает, когда мне это не нравится. Я не знаю, чего делать, когда я последний раз редактировал. Короче. Когда я последний раз редактировал, там была только гитара и барабаны. Короче, не важно, кто когда редактировал, смотрите. Сосули? Это Саки Матвиенко. Что? Я не понял, что сказал. Сосули? Ну, слушай, что сказал. Начнем. Сосули — это Саки Матвиенко. Я пошел на тюрьму. Давайте мне батарейка садится. Играем или А? Играем или А? Вот где у тебя? Давай на чистом сыграем. Почему реверба нет? Потому что ткни мне там, где ткни мне. Мануал вот в этой реверберской педальке. В этой? Да. Куда там то ли мануал, что ли, еще что-то нарисован. Кнопочка. Маленький, да, реверб там? Там. Нет, там можешь не крутить. А что там нет вообще? Тогда пресет ткни. Это упоротый ревер. Вот этот на чистом надо, я отвечаю. Вторая гитара вот вместе с... Ну ты что, вот этот да-да-да-да. И дальше уже вступает вторая гитара. Бас чуть-чуть раньше, там он бас назад. Бас вступает, где барабан начинает. Фишка в том, что он сначала это один. Лучше не на чистом. Почему не на чистом-то? Ты же сам сказал, что тогда да, заебись. Ну тогда да, а сейчас, мне кажется, нет. Да, ну на чистом это переключаться, и это как не в тему. Ты даже не да только переключаться, там просто не звучит. Я понимаю, но просто оно как-то... Звучит. То дисторшн, то вдруг один кусочек маленький на чистом. Тем более играть вот так вот палм-мьютом как-то... Тем более на таком упоротом, блин. Ну смотри, давай сыграем вдвоем с тобой. Подожди. А что там играешь? Давай. Ты что там играешь? А я вот играю. Если... А там нет такой, понимаешь, там не переходится с нуля. Чего там с тобой, вообще нет перехода с аккорда. Ну и что? Как-то секунду звучит. Мы же прок играем. Какая секунда? Ну смотри. Ну и все, и дальше там.
самом начале играешь, по-моему, вот ре, редиес, ну, кстати, да? Вот если ре, редиес и фа диез, правильно? Нет. Фа просто. Да. Не фа, а соль. Тогда, ну, а фу, нужно фа. Что вот. Фа? Потому что там... Она звучит как соль на туре, отвечаю. Хули ты тут свой куцый у Мишку показываешь? Мудила! Что ты тут про... Мудак! Мудила! Мудак! Блин, откуда он вышел? Нет, знаешь, туалета. Мудак! Мудила! Мудак! Не видел никто? Нет. Ну вот правильно, потому что такого, блядь, нигде нет. Нет. Ну вот да, мы сейчас посмотрели. Вот я тебе про это говорю. Давай сейчас туда встану. Давай, все, давай в рабочее состояние расслабь. А ты так положил хорошо. Я попробую, если у меня получится сразу две переключить штуки. Это реверб и канал. Делают атмосферу ебану? Нет, там нужно. Давай посмотрим сейчас так и так. Давай дальше. Сосули это Сати Матвиенко. Че, без барабана? Ты готов? Нет, лучше с барабаном. Чему? Играть. Да. Это что? Что это? Да-да-да, баб, это что за песня? Сосуки, блядь. Короче, играет он один. Вот эту вещь. Первый квадрат, когда он только начинается, игра, я один, потом ты вступаешь. В общем, смотри, ты ждешь, когда вступает бас, и тогда сначала играешь следующий такт. Это первый квадрат, это что по-вашему, типа один четыре такт? Четыре такта. Четыре такта было, по-моему. Вот, 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 вот я это сыграл, и ты вступаешь уже на второй раз. Thank you.
типа, это нормально сыграли. Да. Да, мы это еще не нормально сыграли. Ну, ужасно, вообще, я нормально попал. Надо, чтобы все тут вообще не попало. А ты понял, где сломать? Я вообще играть не умею, согласен. Нет, я тебе просто говорю то, что в темпе. Да, 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 все, конечно. Ну и чё? Окей, ладно. Старшо. По-моему, нормально. По-моему, нормально? Нет. Ты, блядь, мудак, мудио! Знаешь, что ты напомнил? Пидорасы! Всех насадите. Да, да, да. Жириновские. Пидорасы. Да. Анонисты. Вот. Тунеядцы. Это самое. Не, ну нормально в смысле вот это хуйня. Вы все пидорасы! О. Вернем это все. Это самое. Ну не знаю насчет чистого тупо. Честно говоря. Как там было? Разврат, наркотики и что? Знаешь что, давай когда будем записывать. Блядство, разврат, блядство, разврат, наркотики. А? Твою мать. Я просто когда будем писаться, запишем один дубль такой, один другой. Посмотрим, как будет звучать. Вообще, в целом. Когда будем писаться? Да. Ага, блядь. Если мы будем я писать. Я предлагаю сейчас послушать. Зачем ждать до записи? Ну так я играю. Блядь, что я услышу, если я играю? Это самое. А я играю. Я сейчас Во-первых, сосули это Саки Матвеев. Во-вторых, мы не будем на этом говне, блядь, записываться, ебану. Мы на этом не будем. Какие там не те аккорды, там те аккорды. Там все на нуле, понимаешь? Ну, блядь. Когда я видел, что быстро меняется. А, все, я вспомнил, я залез. Только крям. Ай, блядь, да. Пусть он не может был диссонанс. А может. Ну, давай попробуем. Какой диссонанс? Там нормально все. Никита, дай мне эту силу. Поделись. А вы что, не слышали, как там поется? Дай мне силы. Как там? Давай играй. Ну, ты сам начинай. Надо
просто, если переходить. Ну-ка, попробуй. Мне кажется. Отлично, оставим так. На полтора тоже так? А у тебя только на тон, да? На тон, да. Да, только на тон, так. Тогда тут придется уже... Это, слушай. А там я и не играю эту фигню, я переключаюсь на это. Второй. А, ты уже перекупал. Да. Здесь, там, смотри, как я... У меня вообще было все шик и блеск, короче. На... А, я вспомнил, да, там две гитары изначально было. Да, да, точно, блядь, точно. Я уже сам вырезал эту херню. Ну да. Короче говоря, у меня там был не полностью квадрат, а последнюю четверть уже вступала вторая гитара и бас, по-моему. Не, ну вот сейчас лучше, когда сначала вступает бас, я тебе покажу, атаку, короче, да. Я тебе покажу. Хорошо, ну я понял тебя. Ну, наверное, Лоис, здесь лучше переходить, ну, да, с бич-бендом. Так и сделай. Главное, попасть нужно. Да, я попаду. Нормально. Ну да, вот приятно так. Так, слушай. А вот, я не знаю, переключаться, чтобы оставаться на этом аккорде, чтобы переключиться. О, хорошо. Давайте не будем отвлекаться. Ладно, да. Дима... О, птичка! Пошел на тон вниз и говорит, нормально. Это, слушай. Нет, я имею в виду, что... как бы что-то не доигрывать, чтобы не переключиться, хорошо, да, тоже не очень хорошо. Но это не очень хорошо. Что-то было, блядь, чтобы ткнуть и просто тут же переключиться. Ну ладно, слушай. Как у меня, в общем-то. Фуд-свич на подожди, кучу звук. Правда, подожди. Да. Это MIDI-модуль называется. Да. Это можно замутить, но не плохо. Ладно, может быть, вот когда ты вот это играешь... Нет, нет, не тот. Самый первый, короче. Да, вот у тебя не звучит. Нет, в том-то и дело. А я когда играю этот самый... Смотри, мы постоянно остаемся на фа. А ты первый раз тоже на фа остаешься, а во второй раз переходишь на соль. Ну, в смысле... В смысле, я... Сейчас. Ты на ре, да, да, да. А потом на соль. Да, так, а мы на гитарке остаемся на фа, и получится терция. Не знаю, посмотрим, как это будет звучать сейчас. Ну, а там... Смотри, давай сыграем. А там секунда получалась, ну... Я не знаю, будет ли это прогово. Да что, нет. Прогово было вот когда на фа было, а я на соль. Вот это вообще пиздец прогово. Да, это когда вот это вот... Вот это вот получалось как-то. Точнее, вот так вот. А, это тоже, да. Ну да, когда... Нет, ты одну сейчас... Да, я ждал все.
и это было слышно, и это слегка. Вот и двумя руками. У меня что, пальцы длиннее, что ли? Да. Да. У тебя это тоже. У тебя вообще поставлена рука, наверное. Ну да, я. Ладно. Ну просто самое кончик заработает. Ладно, нормально. Вот это мне пора. Ладно, все, давайте. Попробуем. Тогда как мы все-таки переходим на... Как переходить? Можно играть все-таки как было в табе, то есть там у тебя аккорд. А как там был? Я не знаю. Здесь квинта с октавой. А здесь у тебя, соответственно, что там-то? Господи, блядь. Я не могу играть просто, но... Ну, да. То есть вот здесь что? Как видео записывать, making of, вот. Смотри, ты идешь. Дальше вместе с переходом аккорда. Давай попробуем. Там, пора, по крайней мере, так. Игорь, пока не потом там да? Не, это уже что-то... Да, что-то там... Обратно просто. Нет, да. ты остаешься там, да. Смотри, я могу. О, мой лох!
ладно, да. На гитаре, на перегрузке. Это Митя из Мирдаса! Ну давайте попробуем еще раз. Нет, это все нормально. Блять, я ее не буду играть сегодня. Нет, я сейчас про то, что перегрузы вступают потом. Я как раз то, что мою версию. Уже испортили меня. Thank you.
ход очень круто, когда мы закончили играть вот эту вот. А не когда мы перешли с чисто. И да, вот. Ребята! Когда мы играем вот это. Это внутри припева, как это 31-й такт. А, окей, припев. Или 32-й кусок. Ну да, 31-й. Ты сейчас как по дабам вся у тебя написано играешь? А куда он сказал? Вот этот твой. Там, мне кажется, на другую игру, мне кажется. Это, вот как ты играешь там, у тебя на 7-й ват заканчивается, да? Что? Ну вот у тебя вот это на 7-й ват. Вот это да? Что? Вот, ну вот это вот. Блядь. Там можно закончить уже на 4-й степени, вот верхней струне, на одну вверх, на 4-й ваду. И чё ебать? Я еще сам не могу решить, где мы закончить? Да нет, я просто мне там показалось, что так лучше звучит. Я имею в виду. Да мне я... похуй, что тебе показалось! Ну, хорошо, ладно. Извини. Там какая на 32-я, вот ее. Мудак! Такая... Мудила, мудак! Я нихуя не понимаю! Блин, я тебе пришлю, напишу, ладно? Смотрите, покажите, что дальше делать. Почему так грязно, блядь? Куда ты хаешь? Куда ты шел? А потом самая маленькая, очень маленькая такая. Наверное, да. Зачем? Да, как перевод. Да ебал я, блядь, что за хуйня? Я не понимаю, блядь. Ну окей, окей, хорошо. Что за, блядь, я не знаю, сука. Расул, Расул, сыграйся еще раз это. Ой, на чё опи, я не да знаю. Да нет, отдельно она не слушает. Бля, мы тебя, короче, в левом ухе пустим и выкрутим на 50% ниже. Вы же все насрать. И тебя не будет даже запасом слышать. Это угроза. Реально унижение. Вот доминирует. Тебя в левом ухе пустим. В музыке, бля. Мало того, что в левом ухе еще на 50% выкрутим. Мы имеем в виду, что на следующий такт закончится на другой. Ты закончишь. Не знаю. Хорошо, а как ты хочешь, что там хотел сыграть? Ну и после этого на следующий такт на это. А это сыграю я. Да? А ты будешь на это. Вот это класс. И это, короче, как для мухи пустить, но то же самое. Типа, у меня типа целая нота на всю весь такт. А я вообще басист. Ну а что? Я просто спросил, это так или не так?
Целую часть на... Ну да. А, ну круто. У него от одного туда весь так. Во, блин. Окей. Вот трагедия. Сейчас до нота ну или можешь не на весь так, на вот это. На вот эту часть играть вместе со мной. Когда ты играешь просто октавами, а потом начинаешь вот здесь играть. Уже аккорды. Ну, значит, я тогда не играю. Просто в табах было написано, что я вступаю вот только вот с барабанами. С этим, с ровными. Ну да. В общем, так и есть. Ну, ладно, конечно. Давай я запишу это. Забуду, забуду. Это... Вообще, где это игра? Расул, у тебя получается где-то я сфотографирую. Охуенная фотка на аватарке. Чё?
А чё он делал нам снимал? Блядь, сел телефон. Да, у тебя немного больше проблем, чем у меня. Я, короче, две фотки сделал, блядь. Две фотки Димы сделал, телефон испугался, блядь, сел нахуй. Блядь, сел. Сел нахуй страшно. Короче, у тебя получается... Отличное видео. Вот, в общем, у тебя получается, где ты там вступаешь? Вот ты сыграл в какой-то момент. Наше все там, не знаю, короче, типа Рок не умрет. Тебе сейчас это ванильно. А? Тебе сейчас ванильно так. Металл не заржавеет, блять, я не знаю. Там. Нет, как-то. Вот такой плюшевый миська сидит с гриталькой. Когда ты резко вот здесь, короче, играешь, начинаешь. Дикий детский, как хуй здесь! Без этого перед этим не игра, а как-то очень резко получается, мне кажется. Давай, ты же не шо? Ты совсем охуенно. Когда ты играешь по штабу, а потом начинаешь играть многовесно. А так еще и... Я не знаю. Яблок нормально? Яблок вроде да. Ой, все, успокойся. Тогда попробуй играть сейчас, как играл. Готово. Я буду. Да, давай. Глядывай. Или... Тихо. Сделать на вот это место... Ну вот
не понял. Более мощный звук. Другой, короче, звук. А, другой пресет на звук. Да. Лучше, чтобы это были горные сочетания со стрингами. А, блядь, можно их, короче, на октаву повысить. Кого, хоры на октаву? Да. А, ну это было бы неплохо. Вот, не хоры, а стринг. Да, на стринге на октаву. Так, да. Это уже лучше. Видел? Когда они А может мне сразу на этом играть? Ну попробуй, но мне кажется лучше будет приходить. Хотя не знаю. Ты не успеешь, а хотя может успеешь. Я успею, мне думаю. А, ну тогда попробуй сейчас включить. И включи там. Да вы что, издеваетесь что ли? Я только отключился. Давайте назовем, блядь. Thank you.
когда вот это начинается... Баритон. А? Надо баритон, чтобы он... Не, нужно... Игорь забыл. Да у меня баритон, ебать. Смотрите, как... Знаете, какой вокал должен быть, когда мы начинаем это? Знаете, какой должен быть? Я говорю, что пробовал присутствовать, а он не хочет. Мне кажется, что это песня вообще грозная. Я понял, я понял. Я понял, грозно звучит, грозно. Да. Должно попасть, можно вставить, типа, как такие эти... Ядерные удары! Машки вот такие вот. Ты ставишь? Ну, там... Какое там было. А. Мы вдвоем будем гроулить. Я просто кричу, а не гроулю. Я не умею. Ну, я знаю. У тебя что-то плохо. Скажи, скажи. Яй! Яй! Бля, что за трек-то? Яс! Что за трек? Ребята! Ребята, яс! Здоровенный яс! А? Наверное, ну какой-то не даст скрим, потому что скрим он вышел. Реклама на ТНТ. Здесь что-то душно, грязно и воняет. Я не буду здесь репетировать. Здесь грязно, там, кстати, и воняет. Басист, да, я вот тебе что и говорю. Да. Скушай Сникерс, да, блядь. Да, давайте, скидывайте. Я тоже хочу Сникерс. Я тоже хочу Сникерс, блядь. Я тоже ногти хочу, если честно. Я тебя спрашивал. Мудак! Мудила! Мудак! Там... Хули зайдет свой куцый, у Мишка показывает! Сэмпл шутит. Здесь ты что, шутишь что ли, блядь? Здесь шутить только два человека могут. Это я, блядь, и он! И то с помощью третьего ассистента, блядь. Это и хули, мудак! Чё? Мы женим, что ли? Я вот хуй так. Я вот эту песню дальше играл. Потому что... Да, блядь! Еще раз играю, потому что как-то сразу сейчас звучало, когда переход со стрингов на автоворос. Я тебя буду убивать этим микрофоном сраным. Давай попробуем еще раз там посмотрим. На чем мне сейчас играть? Как играл? Хорошо. Стринги, потом хорус. Вот это хорошо. Это необычно, это я так играл, но сейчас это опять не понравилось. На чем мне сейчас играть? Как он говорит? Ну чё, блин, все взрослые люди. Стринги, стринги. Стринг это вообще по-английски стринг. Веревка. Сыграй только на хорусе. Или
или хорус тебе не нравится? Хорус мне не нравится, потому что на нем не слышно. Вот... То есть там... Разрешение классное, да, разрешение классное. Ну чё? Я не знаю, вот насчёт вот того места, когда перед эти вот. Это военный марш армии Конфедерации. Гражданской войны США. Так я тебе скажу, почему, блядь, стринги такие
так сказать. Что? Да, потому что они все транспонированы на октаву выше. Потому что это все транспонировано. Вот, так интересно. Ебанутые ебанушки. Поэтому здесь было слышно, когда реально встал. А попробуй сыграть вот здесь вот. Да, в таком же месте. Блять! Что будет, блять? Это все равно нихуя на записи. Это прямо инструмента вообще. Ну, в корне не прав, потому что именно такие мелочи они решают. Ну ладно. Бамбануа! Вот именно. А если... Сейчас твоего Пукао возгорит. Грязный воняет, блядь. Ну здесь грязный. Так, оставим, оставим. Ладно, здесь просто. Так, четырехчасовые репетиции, это не для нас, я понял. Там подзадутся спросит, ребят, все понятно. Зачем вы? Я, пожалуйста, сейчас вам не дам свои лишние часы. Я чувствую, к 6 утра мы друг друга поубиваем. А нам что, осталось меньше часа? У нас 45 минут. К 6 утра я возьму бас-гитару, запихаю его. Блядь, почему только что полтора часа оставалось? Только что? Ну мы сколько над этим пахаем? Значит так, делаем так. Сейчас ты попробуй стринги включить. Что если вначале играть? Не слышно будет вот, что будет идти. А если громко сделать? Бля, где дерево? Yeah.
так и оставим, да, заебись. Вот стринги здесь, а хорусы там. А хорусы там. Стринги здесь, а хорусы там. Сейчас я это сделаю, чтобы не забыть. Там надо будет забить. Подожди. Расул, секунду. Я забью потом. Секунду. Тихо, хотя при победе забью. Забью. Так. Стринги здесь, а хорусы, хорусы там. И здесь. Все правильно сделал. Вот так играем. Ну, естественно. Что естественно, блядь? Что естественно? Что естественно? Что естественно, блядь? Мудак, мудила, мудак! Хули ты тут свой куцый умеешь? Поменяем гитары. Зачем? Ну, во-первых, поимпровизируем, а во-вторых, наверное, еще разок. Ой, блядь, скидываем. Ебал я в рот всех этих мази. Я выебу их жопу без всякой мази. Меня зовут Сява, я ебашу ебала. Как там дальше было? Я уже давно привык не обращать внимания на такие вещи. Психологические тренинги от Игоря. Приходите к нам. Что-то в том духе, я не знаю. Я эту лавку закалю. Да. Это круто. Мне нужен шумодав. Господи, шумодав ему. Вот в этой, блин, медали есть шумодав. Активные тебе нужны, ёпта. Активные. Да ебал я активно. У меня ура, седьмые сейчас. У меня вот пальцы. Знаешь, я думал себе, ежи 700 седьмые, я думал, что... Ну я хуй знаю, что это такое за чёрт. Да ежи, блядь. Это металкойщина и говно. Вот. Зато мощный будет. Этот самый... Короче, смотрите, у меня есть ручки демагзио, типа, называется Distortion 2. Ну да, у тебя ликвифайр и этот какой-то еще второй, не помню. Слышишь, да, что у меня... Я не в курсе. Симура то же самое, что и жи, только немножко проще. Это все. Там чуть получше работать. На Симура все? Да, на чистом там получше. Ну я не знаю, потому что семиструны они нормально делают? Я тебе говорю, что семиструны. Короче, я думаю, тебе нужно вот так побыть, вот здесь вот отонали в уши и посередине у нас, короче, татуировок на левой, на правой руке. На левой. На правой. Блять, мухоморы на левой хочу. Ну и что? Какие мухоморы? Обычные. Цветы такие. А, ты хочешь татуировку? Поехали. Ну я вот подумал, да. Я хочу себе, короче, татуировку. Не, надо вкачаться. Я вот тоже, я не хочу делать татуировку, потому что я дрищ. Да, а потом ты раздашься и будет пизда твоим мухомором, который... Короче, твоя козлочит, ты не находишь? Я хочу на левой груди профиль Адольфа Гитлера, а на правой, короче... Сталина. Нет. Зачет. Ой, смешно, как пиздец. А на правой, короче, нож такой, да, который котик, который выдавался офицерам СС. И на нем написано «Моя честь зовется верность». Ну, блядь, спорный момент, немногие поймут. И да. Еще где-нибудь значок НСДАП, вот можно направо... Эмигрировать в Германию? Нет, мне это будет все. Там же турок полно. Ёбаные турки. А здесь многие вы немцы сами. А здесь не комплекс по этому поводу, там вы немцы не рады. Они должны вообще радоваться и на могилу. Ну что ты, блядь, сделал? Ты сейчас что-то... А, это... Комар, так ставь кровь. Слушай, а ты сравни, я по мере этого увеличения громкости меняется шум. Да? Конечно. Ну действительно, не так что ли? Так и должно быть. Похуеть можно. Я думал, он просто будет увеличиваться по громкости, а он меняется. Ну, конечно, чисто сама система. Блин, вот Игорь так удобно сидит, ему можно поебать тут снимать. Пожалуйста. Ну, просто это я заметил. Я просто заметил.
уязвимые места, чтобы было какие-то проблемы. Давай, ты забывайся, короче. Хорошо, ему пожелай какой-нибудь. Мой пока думать будет. Мой руки, блядь. Перед игрой. Да. Я думаю, у тебя... Я думаю, у тебя воняет железом, блядь. У всех правил воняет железом, а у меня... Котик. Нет, у меня не воняет. Кстати, да, в натуре. Отвечаю. Ну что, руки, блядь, а вот его понюхай. Потому что струны, блядь, менять чаще надо, вот почему. Да нет, струны надо менять, надо руки, блядь, перед игрой. Ну и руки тоже мыть, на самом деле. Никто не моет его. Но струны тоже надо поменять. У него в натуре не воняет. Ну хорошо, как бы мы не смеялись, но не воняет. А кто нет, смеется, все... Ну да. Нет, я верю. Понюхай! У меня насморк. Понюхай! А у меня понюхай. У меня насморк, ты не понимаешь? А ты сделай вид хотя бы, что понюхал и учувствовал запах. О, блин, охренеть можно! Как же я что-то без этого? Пришел гитару, все, теперь трепись. Да. Понюхай, блядь! Понюхай гитару, понюхай гитару. Это самое... Включайся, короче. Да. Включайся. Какие руки, нахуй? В смысле? У нас осталось полчаса. Ну, короче, гайте. Джемим. Я вступаю, когда руки помою. Меня на вокал? Не, я могу спеть, но у меня, знаете, какой голос? Лирический баритон, ты говоришь. Да, нет, не просто лирический, лирико-драматический. А, лирико. А, уже лирико-драматический. Уже, не апгрейд каждые два дня. Че он? Апгрейд каждые два дня. Нет, рандомный апгрейд каждые два дня. Сегодня с грязными руками, блядь, на моей пианине играет. Твои ГС на пианине. Ну да. Супер. Где там? Ну не надо, ну не играй. Знаете, как я люблю? Ты любишь руки. Блин, все ждут. Реально открыто нихуя. А ты не жги. А ты не воруй. Тебя посадят. Мы можем записывать. Бля, не удалось, я хотел тебя ебнуть туда.
нет, сначала, ну как бы все, но сначала я там два. Не, мы все, не все, не все, а все. А, все, да, все, понял. Да, даже нет, даже не так, подожди, раз. Вот так. Thank you.
можно сыграть разок ее любви и собираться. Как там было-то, блядь? Ребята, у меня гитара не воняет. Thank you.
она сегодня окончена. Всем спать. О! Я вчера лег в 3, проснулся сегодня в 7, отлично. Я вчера лег в 3, проснулся сегодня в 12.30. Я вчера лег в 3, проснулся сегодня где-то в час по второго. Я вчера лег в 12, потому что я хороший. 12 еще плохой. Да, блять, я просто вырубился хуян на самом деле. Вырубился хуян, ты, блять. Потому что бухал пусеньку, короче. У меня сегодня собеседование было, вот, просто ебанулся. Ну и как? Ну, сука, охуенно тебе. Собеседовался. Я работаю, да. А, работаю, собеседовал. Ты снимаешь, да. А в пуканах. Кого он снимает? Шлюх? Тише, педофил. И шлюх тоже. Профессионально. Профессионально. За это платим. Шлюху бы я сейчас не осилил, блядь, нахуй. Причем не кто-то там, а сам. Не то, что шлюху, вообще никого. Это я осилю, блядь. Не надо таких. Блядь, что ты положил на мой... Вот после 4 часов я понимаю, почему они разбивали. Ты же чище. Да, да, да. Я переодеваюсь просто. А, блядь, помимо фоток у нас он теперь еще вживую, блядь, есть. Не, а иди смотри, куда повернулась камера. Куда? Стенку? Ну она же... Какого хуя? На том. Ну да, она съехала туда. Ну да, естественно, обратно. Она в стенку? Да. Ух ты ж, ёжик, у тебя теперь будет стриптиз мужской на камере. Я показываю. А то такая... Ох, чем ты там занимаешься? Смотрю видео слепы, да? Ой, а кто этот мальчик? Почему он голый? Да не волнуйся, мама, ему 15 лет. 15? Я перепутал, ему 7. Да, да. Да, еще он. Он я всем говорю, что мне 7 лет. Занимается педофилией, вот за это платит. Он басист. О боже. Ты знаешь, я хочу, чтобы ты не дружил с этими людьми, да? Не-не, с этими ребятами обычно говорю. Короче, мне не нравится твой круг общения. Ребята на тебя плохо влияют. Да. Димон, телефон. Ой, ноги. Блять. Ну нахуй, блять, это объясните мне. На, возьми, пожалуйста. Просто... Мне три в чем. Ну, сюда припер. Не выебывайся, он. Блять, теперь мы в равных положениях. Покажись. О, охуенный просто. Пиздец, блять. Ой, пиздец. Ебать, я в шапке. На Игоря, оденьте на Игоря. Просто в шапке. Оденьте на Игоря очки. Не надо. Бля, мне не выебывайся. Мне показалось, ты сначала сказал. Попробуй. Оденьте на нигера, мне показалось, тебе. Ну, блядь, тебе все идет. Мне все. Ты что, прикалываешься? Ты посмотри, блядь. Ну ты, блядь, опасен просто у них. Но свободен. Так. Я не знаю, что вот это вот такое. Просто, ну это пиздец, блядь. Ебать, ребята меня атакуют. Клавишник. Враждебный юнит. Мне все идет. Вот, знаете, меня можно охарактеризовать, как, блядь, есть страшные люди, да? Есть, блядь, пиздец, какие страшные люди. А есть вот эти пиздец страшные люди, если их куда-то возвести, то это я получусь. Это было предсказуемо, шутка. Вот, у меня опять свинит голова. Ну вот такой вот. Какой мухи у меня? У меня в обоях. У меня после прошлой репы два дня звенело почему-то только вправо. Вы, блядь... Беруши надо одевать. Беруши надо. Они стоят, наверное, рублей 10 в аптеке. Да? Да. Я видел за 7. Ты говоришь, Расул, ты на проводах, блядь. Ну я знаю. А, ну эти не знаю. Ну сойди, ёпти. Ну ладно. После этого он еще не слышно. Не выёбывайся. Не однажды. Это вы еще без сведения. Далее берешь вот эти а вот в просто... комнате ударит, если он будет твоим гитаревком, как в песне один фигачить, то он будет прощаться. Чувак, кинь мне гитару, я ловлю. Ой, что это за... А, это зонт, ебать. Ой, ебать, ты его чуть не снес. Ты что, там его голова была секунду назад. Секунду. По голове его, давай. Блядь, иди. Я все в зеркало вижу. О, как ты уже на 4. У меня как там? Оторвался позвоночник. Да. А, это твое, подожди. Я упал об ванну и сломал себе позвоночник. Что, блядь? Это в КВН была такая хуйня, типа... Блядь, КВН это самые несмешные шутки планеты. Да? Ну, блядь, теперь да, раньше... Блядь, охуенно. Ядерный удар! Ты станешь уродом! Что там дальше было? Ну все там... А, ладно, надо включить воду. А, в этом? А, я сорвал трубу, и в меня хлещет кипятком! Ну, короче, стой, Расул, там тема наебанная. Тема такая, типа, приходит этот... Слышь, Расу, я для тебя Расу, а не Расу. Ок, да? Блядь, что ты сказал про мою маму? Это же что?
Что это смешно? Я не понимаю. Где смешно? Я залез под ванну. У ванны обломались ноги, она переломала мне ребра. Ноги, ноги у ванны. Почему это смешно? Я тоже не понимаю, что здесь смешного якобы, да? Ну, блядь. Ну, смешно. Ну, да. Ну, потому что он говорит с улыбкой на устах, блядь. На устах! Он сказал, серьезно, смешно, тебе бы не было смешно. На самом деле, да. Аккуратно. Наверное, мне бы тоже. Закончили, все нормально? Да, да. Блин, а пульт от кондиционера у вас или нет? Нет. Вот нам бы... Нам бы кондиционер не помешал. А мы в творческом процессе. Дайте мне сразу вот мой вот этот, который... Да-да-да. Это что, Zoom 505? Ты будешь лес, но это не ново. Господи Иисусе. Я думаю, не живу. Сердце и взял его, потрогал, да? Нет, я боюсь чего. И ничего, так. Шутка в догонку уже. Уже не актуально. Не-не-не, ну, блин. Я вспомню ситуацию, расскажи. Че, это хуйня еще снимает? Я думал, ты в саркастическом варианте сказал, вот ты будешь... А, да, покиньте, еще снимает. Как ее выключить-то? Красная кнопка.